Называть новорожденных крымских мальчиков именем «генератор» предложил так называемый председатель оккупационного Госсовета Крыма Владимир Константинов. Такую идею он озвучил на внеочередной сессии Госсовета, пишут местные СМИ. Говорил о том, что чрезвычайная ситуация на полуострове породила массу тематических шуток. Про детей мы тоже наслышались, что девочек называют светами. В Госсовете возникло совершенно оригинальное предложение – мальчиков называть генераторами. Будет очень хорошее имя – генератор Иванович, сокращенно Гера. Совсем неплохо. Напомним, недавно в Керчи четырех девочек, родившихся в течение двух дней во время блокаута, назвали светами. Ну а в октябре 2014 года в Екатеринбурге новорожденного назвали Крымом в честь аннексии полуострова Российской Федерации.